Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. К своим 10 годам Аня отдохнула уже не в одном лагере, но именно в Октаву она старается вернуться каждое лето. Основную часть времени дети проводят на свежем воздухе. И это, по словам девочки, ей нравится больше всего. Часто куда-то ходим. У нас очень часто какие-то мероприятия. Очень интересно. У нас часто какие-нибудь концерты проходят. Вот вчера у нас была «Радуга талантов». Мы там с моей подружкой победили в конкурсе по пению. Каждый год развлекательную программу стараются менять, делать разнообразной и полезной в плане воспитания. Может, поэтому, отдохнув один раз, дети хотят попасть сюда вновь. Запись в лагерь заканчивается еще в январе. Этим летом на базе ОПК «Октава» начал работу эколого-краеведческий оздоровительный лагерь. Программа отдыха стала лучшей в конкурсе, организованном Министерством по молодежной политике и спорту республики. Почему взяли экологическое направление? Потому что, значит, у нас 2017 год объявлен годом экологии в Российской Федерации и Республике Башкортостан. Конечно же, ребят ждут экологические акции, ждут какие-то экологические флешмобы. Ну и одно из главных направлений нашего лагеря – это краеведческое направление. То есть ребят ждет знакомство с флорой, фауной, какими-то историческими моментами нашего родного края. Каждый день с 9 утра и до 2 часов дня с детьми занимаются вожатые, опытные педагоги «Октавы» и волонтеры молодежного движения «Выбирай». Не только развлекают, но и воспитывают в этих мальчишках и девчонках уважение к своему городу, чтобы время они провели не только с удовольствием, но и с пользой.